Удельники республиканской акции «Разом с мастацтвом», артисты молодежного театра эстрады побывали на партизанской земле. Культурный марафон подхопил Кличеу. Акции просвятили 80-годию вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Подпольный обком партии поставил перед нами задачу – разгромить крупный немецко-полицейский гарнизон в городском поселке Белыничи. На пляцовце перед районным домом культуры у Кличеве экспозиция «Партизанский лагерь». Тут военная пошта, рукарня, санитарная часть и, безумовно, кухня. Усё, як уладковывали партизанский лагерь у годы Великой Айчинной войны. Мы представляем партизан, будем петь песни. Ну, будем выступать, опять-таки, показать выступление замечательно, чтобы люди помнили все-таки, потому что это нужно помнить. Акция «Разом с мастацтвом» стартовала у Минску у конце соковика, пройдя у 33 регионах Беларуси. И першим гостей из молодежного театра эстрады сустрели миновито у Глузским и Кличевским районах. Хочется сказать, что здесь особый дух царит. Дух любви к истории и к родному краю. И самое главное, что дух тот, который обитает испокон веков в партизанских краях. Это память о тех героях, которые освобождали нашу республику Беларусь. Тема героичной обороны Радзимы и памяти про загинулых протягивается и у фойе Дома культуры. Авторы этих макетов смогли обновить спаленные фашистами вёски Кличевского района. Тема важности мира и памяти про героичный подвиг наших предков у работах военно-патриотичных клубов на малюнках. Большасть работ подрихтовала молодь района. В Кличеве важное значение придается патриотическому воспитанию молодежи, подрастающему поколению. И, как вы действительно заметили, практически все участники сегодняшнего мероприятия – это ученики городских школ, колледжа, ну и трудовая молодежь. Мы двигаемся вперед, не стоим всегда на месте, то есть нас многие узнают, и, в принципе, мы этим гордимся. Протягнули встречу открытым диалогом. У таким формате артисты молодежного театра эстрады не только выполнили творчие композиции, они рассказали истории про героев своих семьев. На память об встрече у Кличеве у гостей застанется вот этот макет. Его передадут у музей истории Великой Айчинной войны. Ксения Мартусевич, Леонид Сикорин, новин региона.